как и этот киносюжет, снятый в 1961 году в городе Волжском. Подшипниковый завод в городе Волжском. Продукция с его маркой еще никому не известна. Первая партия подшипников изготовлена в эти весенние дни. В историю завода вписываются первые трудовые победы. Они достигнуты в социалистическом соревновании в честь 22-го съезда коммунистической партии. Посмотрел тогда этот киножурнал молодой выпускник Саратовского политехнического института и попросил себе назначение в Волжский, на новый подшипниковый завод. Даниил Натанович Эрлихман вырос здесь до заместителя главного технолога. Вот этот сепараторный цех спроектирован при его участии. Здесь впервые в Советском Союзе применены роботы-манипуляторы отечественного производства. Теперь один рабочий, управляющий ими, заменяет пятерых, работавших ранее на станках. Когда-нибудь и эти цехи, и эта техника станут вчерашним днем и сохранятся лишь в фотографиях, как страница в развитии нашей промышленности.